Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу сегодня поздравить вас с праздником 23 февраля. Всем защитникам Отечества пожелать крепкого здоровья, любви, счастья и финансового благополучия. И сегодня хочу поделиться с вами своим фирменным рецептом. Тушеная картошка с двумя видами мяса в Казани. Что, приступим? Для приготовления нашей картошечки в Казани понадобится сама картошка, примерно 6 килограмм картофеля. Понадобится 3 килограмма свинины, 3 килограмма куриного филе, килограмм репчатого лука, килограмм моркови, килограмм перца, килограмм красных помидоров, 3 головки чеснока, специи и соль по вкусу. Про специи расскажу немножко позже. Я их всегда перед готовкой подготавливаю сам. Начинаем приготовление, добавление оливкового масла. Оливкового масла надо совсем немножко. После того, как масло подогреется, добавляем мясо. Делаем закладку свинины в первую очередь и даем ей хорошенько поджариться. После того, как свинина хорошо поджарилась, добавляем филе курицы, хорошенько перемешиваем и ждем, пока она не поменяет цвет. Как только курятина побелеет, начнем добавлять овощи. После того, как свинина с куриным филе хорошо поджарились, первым закладываем с овощей лук и хорошо перемешиваем. Держим примерно 2 минуты и закладываем другие овощи. Потом закладываем помидоры,
делим их на 4 части и ложим крупными кусками и хорошенько перемешиваем. После того, как перемешаем, будем закладывать морковь. Закладываем морковь и красный перец. Закладываем морковь, красный перец и также хорошенько все перемешиваем. И подготавливаем ровное место для картофеля. Головки чеснока разделяю на зубчики. Зубчики не чищу, добавляю прямо в шелухе. После того, как добавили все овощи, добавляем соль по вкусу. Я примерно добавлю на казан 2,5 столовых ложки соли и приправа. Приправы у меня шафран, сумах, кмин и зира. Также острая паприка и сладкая паприка. Закладываем картошечку, воды наливаем ровно столько. Картошка покрылась водой. Сейчас аккуратно разровняю шумовочкой и подожду, пока она закипит, и закрою крышкой и буду тушить. Прошло полчаса, картошечка наша кипит, все отлично готовится. И сейчас хорошенько все перемешаем. Пробуем воду на вкус, добавил еще столовую ложку соли. Хорошенько все перемешал и теперь открываю крышку и стараюсь выпарить как много больше влаги, жидкости. Если что, то я немножко ее отолью. Прошел, друзья, час. Картошка очень хорошо протушилась.
Теперь сейчас последний раз ее перемешиваю и приступаю к пробе. Попробую и поделюсь с вами вкусом данной картошечки. Конечно, вы мне не поверите, какой у нее вкус, поэтому я рекомендую ее вам приготовить самим. И надеюсь, вы останетесь очень-очень ей довольны. Так вот, друзья, аппетитненько все получилось. Как видите, мясо в два раза больше получилось, чем картофеля. Но от этого блюдо становится еще вкуснее. Здесь свинина, курятина, картофель, овощи. Это очень-очень, друзья, вкусно. Так вот, друзья, получилось наше блюдо. Сейчас попробуем картошечку. Очень хорошо разварилось. Очень, друзья, вкусно получилось. А мясо еще вкуснее картошки, друзья. Поэтому рекомендую попробовать вам это блюдо. Я уверен, вы останетесь очень довольны. На этом, друзья, заканчиваю свое видео. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, кто не подписался, ставьте лайк. И желательно, друзья, поделитесь этим видео в соцсетях, поделитесь со своими друзьями. Пусть они попробуют приготовить так же и останутся довольны.